У меня уже машину-то забрали, оказывается. Сейчас. А я еще заливаю машину. Это что какая-то Е59? Вот у меня вот моя. А ее уже забрали. Как так-то? Ну-ка, надо сходить посмотреть, где моя машина. Нет, стоит. Значит, не забрали. Как так у вас получается? Что спутал? По журналу забрали, ну, фактически. Саша, блять, я тебе еще раз говорю, внимательно, госномер, смотри. Замажь. Вот сейчас бы не заметил, еще бы за чужую машину расписался бы, а потом бы этот владелец пришел бы и... Это хорошо, что я заметил.